Сегодня у нас обзор на еду, которая продается на улице Бакулина в Кулиничах. Вот Кулиничи. Мы купили еды. Не мы, а он. И сейчас буду пробовать. Что это? Ты мне должна 1000 тульские гривен. Пряники. А не 1000 гривен, а 10 гривен. Нет, ты мне должна 1000 баксов. Кулечках. Салфетки всем дают или не дают? Друзья, вот я купил сетку за 300. Сейчас похаваем и начинаем ложить. Лавочка да, ободрана, конечно. Конфетку ролик. Стёрта. Смотри, посмотри. Мусорка есть. Всем привет, дорогие друзья. Все нормально. Вот я купил сетку со свечкой. Итак, это у нас штрудель с вишней. Это я отломала. Свою убери. Так на что же? Это на штрудель обзор. Быстро иди туда. Ладно, иди. Человек не доедает еду, что за... Что ему надо от него? Иди сюда. Ты тут постоянно, зачем ты делать... Хорошо, он будет каждый раз к нему подходить. А я склоню на руку, у него какой-то садиколон, не знаю. Пирожок очень вкусный в этих Кулиничах. В следующий раз будет обзор на другую еду Кулинича. Я ваш подписчик, можно сказать. Вообще ничего обычного необычно не произошло, все как обычно. Солнышко светит. Да. А какому региону я не понял, просто. Так. Пирожок это стоит 8 гривен. Угу. Теперь по детальней про вкус этого пирожка. Тесто слоеное. Начинка кисловатая. Не слушайте, слушайте, как мы там уже говорим. Да не хватит, увидели. Говорите. Он тут живет, похоже. Ну, ночует иногда. Все. Никакого Белозера тут не было, никого тут не было. Он живет вообще где-то там в Загурченко. Нет, Загурченко. Мы же помнишь, к ним ходили в замок. Он в замке живет. В замке Харины. Кстати, в замке, оказывается, лифт есть. Я не знал. Туда-сюда, по бокам, наверх вниз. Да, там очень хорошо в замке. Ой, посмотрите это видео про замок Хариной. И там увидите его студию. Честно. Честно, честно, честно. Так. Какой обзор, я еще не знаю, если еще раз сделаем. Что купим? А может быть сделаем обзор сейчас на это? Тульский пряник. Угу. Да. Распаковывай. Давай, ты умеешь, давай. Ну распакуй. Да. Не распакуешь. Вот как происходит распаковка. Перестань. Я просто взялась воровать. Все спокойно, перестань. Успокойся. Это с нами будет случаться всю нашу жизнь, потому что мы отсюда еще лет 20 не уедем. У него кое-что произошло, что ему стало очень плохо и смешно одновременно. И поэтому давай сюда пряник. Я не могу. Так. А с начинкой или с чем? Этот пряник. Да, в нем есть повидло. Сверху какая-то сахарная глазурь. Подождите, у меня шок. Можно я сейчас отойду, потом съемки продолжим. Ну все.